Ну вот осталось последнее место, где я сегодня хотел снять свое видео про шторм. Это центральный пляж в Анапе. В общем, приятного просмотра. В этом видео охота на шторм будет проходить на пересечении улиц Гребенская и Набережная в Анапе возле аквапарка Золотой пляж. Советую вам досмотреть до конца, там фееричный конец на пирсе. Подписывайтесь на мой канал, спасибо. В общем, центральный пляж, вход тут тоже очень сильно метет песок, хотя тут песка как такового и нет. А мы двигаемся на море, посмотрим, что там за интересного. Моя любимая табличка. Да, конечно, погодка вообще сегодня не радует совершенно. Ветер в глаза, песок. Здесь, кстати, все равно волны не выглядят настолько же устрашающе, как мы были в прошлом, по ходу видео, в прошлой части сегодняшнего дня. Не знаю, как все по-другому выразиться. В общем, там выглядело все гораздо круче и страшнее на каменном пляже. Да и здесь, в принципе, так-то не все просто. Ух-ух-ух, ветер на меня в воду сносит. Смывает полностью весь пляж. Какая жуткая картина. Секундная пауза. Включили автофокус. И смотрите, как оно все сносит. Ух, ветер вообще сдувает. Жесть просто. Попробовать пробраться к центральному пирсу. Мне кажется, это что-то такое нереальное. Зато там насколько будет круто. Я все, я болею YouTube, называется. Такая красота. Происходит на пляже. Я думаю, ничего невозможного нет. Вон, все смыло. Тину смыло, грязь смыло. Сейчас меня смоет. Уток догнал. Здесь вообще жестко. Ух ты, ешки! Я прошу прощения за беготню. Это жесть, ну просто. Вот я только что тут проходил. Жестоко, да? Если бы я там чуть подзадержался. Вот тоже, смотрите, реки. Вода сначала туда, и потом обратно стекает уже по таким узким местам. Кабеля. Все, что есть, вот весь песок смывается туда, в море. Вот это мощь ветра. Здесь просто получается пляж он постепенно мелкий-мелкий. А вот на каменном пляже такая мощь получается за счет того, что берег резко встречается с волной. И там вообще разрушительная сила шторма. Здесь попав под волну, можно... Вообще жестоко набрать воды. Вот, а вроде бы уже все, все, все. Ветром, ветром дальше, дальше метет. А у меня бешеное желание попасть на пирс. Сейчас как-то буду пробовать туда прорваться. Ай. Надо ждать, пока вода чуть идет. Пока посмотрим на панорамку. Вот. Видно, вот по воде с какой силой дует ветер, просто нереально.
надо обходить, походу. Чтобы добраться до пирса, потому что вода не хочет. Глаза все в слезах. Опять вода. Что ты будешь делать? Сейчас вон там где человек стоит. Есть возможность попасть на пирс. Охренеть. Ждем. Вроде вода ушла. Но не ушла. Все-таки я попал на пирс. Так, видно, как волна идет. Меня просто сносит. Ух. Ух. Ветром, блин, с моста скидывает. Смотрите, какая волнища. Ух. Силища, да? Но это они уже идут разбитые. А у меня вся
камеру не помещается просто. Все, дальше не пойду. Я пошел отсюда весь мокрый. Фу. Одна волна окатила все. О. В общем, спасибо всем, кто посмотрел. Поехал я домой сушиться. Хорошо, что я выбрал все-таки пирс вторым местом для посещения. Иначе было вообще все печально. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.